даже очаровательные девушки, которые украшают, безусловно, нашу гонку, это тоже неотъемлемая часть автомобильного спорта. Потихоньку, шаг за шагом, у нас близится старт гонки, напряжение растет, ну и девушки потихонечку оставляют питлейн. Старт первой финальной гонки у нас схода, а это значит, что сейчас пилоты все в порядке, как они выстроены на питлейне, они выстроены строго в соответствии с результатом квалификации. Они у нас отправятся на прогревочно-формовочный круг в сопровождении машины безопасности. И если на этом круге они будут соблюдать свое положение, будут следовать строго в соответствии со своим стартовым местом, руководитель сегодняшней гонки включит на светофоре зеленые сигналы. И мы с вами увидим старт напряженнейшей первой гонки класса «Объединенный 2000». Боевую песню «Гоночные моторы всех автомобилей». Все посторонние покидают стартовую прямую. Мы с вами приготовились наблюдать за стартом пока еще прогревочного круга. Стартовый номер один, пролог стартовый номер два, и так они расположились на первый старт Рябов. 19 номер Олег Квитко, 9 номер Андрей Радошин, 7 номер Максим Попов, и он, кстати, на 7 позиции, я пока тоже заговорил. 18-й стартовый номер Павел Карманов, московский пилот команды «Чистый город». Далее еще один москвич Андрей Николаев, стартовый номер 16. Еще один москвич, и это уже представитель класса «Супер Продакшн». 27-й стартовый номер Михаил Засады. Далее Владимир Черевань, 21-й номер. Андрей Артюшин, 22-й. Артем Еремин, 15-й. Виктор Казанцов. Питерский пилот Александр Рыжов, стартовый номер 33. Михаил Раев, стартовый номер 26. Юрий Семенчук, стартовый номер 25. И нижегородский пилот, стартовый 30, Вадим Баконов. Вот так животисто разбросали сейчас пилоты на трассе. Конечно же, пока идет прогрев автомобиля, двигателя, трансмиссии, которые обеспечивают сцепление больше, коэффициент сцепления у них больше единиц. Все пилоты выступают на шинах Йокогама. Я про это уже говорил посуда всем болельщикам о том, что надежное сцепление с трассы Нижегородского кольца обеспечивает как раз шины известнейшего японского водителя, в том числе и гоночных колес. Шин Йокогама.
впереди идет автомобиль безопасности. Автомобиль предоставлен компанией Инвест Авто. И это, по-моему, это Сузуки. Сейчас он должен погасить огни и уйти вот сюда вправо на питлейн. А Игорь Коновалов внимательно следит за тем, чтобы все пилоты очень тщательно соблюдали тот стартовый порядок, который они показали. Жесткое торможение, но опытнейшие пилоты проходят этот по характерных машинах. Две характерных машины Рябова и Добровольского. Это еще одна наша профессиональная команда. И если пилотов мы прекрасно с вами знаем, то команда «Пашмет Моторспорт», которая появилась в этом году, подтверждает, что... и более привлекательным для серьезных компаний, таких серьезных компаний, как ТНК, как Башнефть. Именно они вкладывают, инвестируют деньги в мотоспорт, и я верю, что эти деньги повернутся в производственную технику. Выигрывают все сигналы перед жестким левым поворотом. По-прежнему Александр Фролов преследует Михаилу Рукову, ну а дальше пилоты расположились так. Руку Фролов, Витка, Рябов, Добровольский, Радошнов, Попов, Черевань, Засадыч, Еремин, Николаев, Артюшин и Казанков откатились на 12-13 позицию. Львов, Баканов, Раев, Семенчук и Карманов, Баканов по-прежнему на 15 позиции. Какие-то технические проблемы у кого-то из пилотов. Заезжает он на питлейн. Это 18-й стартовый номер. Ну что ж, там есть квалифицированные механики. Павел Карманов. Thank you.
московский пилот команды ТНК Рейтинг Олег Квитко. Ну и победителем маршрутного заплыва в двухлитровом классе стал Александр Фролов. Очаровательные девушки, еще и от нашего спонсора большая банка. Гоночного шарпаса по ТНК Маршрутка. Команда в зачете. Победу одержала команда Аренбург Рейтинг. Подняли кубки, подождите. Следующий класс, который мы хотим наградить, это класс суперпродакшн. Подводники. Подводники. Мужественные борцы. Да. Андрей Артюшин. Международного класса Виктор Казанцов Хонда Марьина. Ну и победителем стал пилот из города Орел, настоящий Орел, Владимир Деревань. Команда в зачете. Победу одержала команда Хонда Черемушки. Подобрый А с собой забирайте сразу. Шампанское. Спасибо.